мы должны своими инвестпроектами максимально создавать комфортные условия жизни для горожан. Не только для инвестора, мы к нему с уважением относимся, но горожане должны ощущать тоже комфорт жизни в своем городе. А не так, что мы лучше отдаем инвестору, потом не контролируем, что инвестор делает, в том числе и в части строительства, а потом те, ради которых мы все это делаем, говорят: ребята, нам это все не нужно. Компания у нас не бедная. Абсолютно. Своими бизнесменами. И они у нас есть, понимаете. Очень важно, чтобы они у нас не были корейками, которые держали деньги под матрасом, а вкладывали их. Поэтому вот они должны поверить власти, главе муниципального образования, губернатору, в целом краевой власти, то, что деньги они могут вложить гарантированно в собственный регион и получить гарантированную прибыль. Каждый житель района может быть потенциальным инвестором. Каждый. Обычное физическое лицо. Это тоже инвестор. К нему нужно тоже систему льгот применять. Это сложно. Это большой процесс трудоемкий. Но он будет давать свой эффект.